что получилось в итоге. Так, а эту сторону нам сначала нужно установить трубу, сэндвич, а потом доделать кровлю. Для этого у нас есть вот это все. Сэндвич, колпак, повороты, песочница. Одну песочницу через крышу будем удлинять. Есть все, как полагается, маты. И засыпать песочницу будем, у нас есть керамзит. Печки будет две. Одна будет давать тепло, а одна будет для бани, парилка. Это охотничий домик, как его назвать. Это для тепла, это для печки. Вот здесь будет соединяться. Наша задача — выставить под нее трубу. Так, здесь на втором этаже сделали короб под песочницу, размеры песочницы снизу. То есть сейчас будем это все обрамлять дело. То есть по бокам прокладываем негорючий мат, металлический каркас, который сделан. Отрезаем его по скату песочницы, удлинение вставляем, обрезаем. Так, все, отрезаем, отметили угол крыши. И пока пристреливаем вот, вот это дело. По периметру все доски закрываем. Сейчас сделаем нужную высоту и забиваем этой плитой. We'll be right back.